السلام عليكم. ياك تا بيوروك مو مي مكنم خلصاي كان بيوروك هاي كي بتوي وقتا تاك مو دارم درجة دارم فايل بيت لوج ستاش الاستيك سيرش اي كي بانا هر كدومش كور كردستان ستارت ان رانينج وابسته با فايل بيت وابسته با فایل بیت برای کانفیگوراسیا کردن انا باید که پاپکای etc فایل بیت file bit نانو فایل بیت точка یامل میدرویم так در اینجا اینپوت معین نکنه input type log enable и далее fields log type my to do laravel это для того чтобы он считывал мониторил логи laravel далее логи redis и nginx далее все оставляем вот этот это тоже не трогал тоже да вот reload enable true я поставил чтобы для config reloading далее идем да вот localhost тут указываем какой хост и порт далее процессоры все я закомментил так как я их не использую это локально все продакшн еще посмотрим и вот только эти два оставим и далее level debug to files true syslog false paste я log файлы перенаправил в mylogs чтобы легче было туда зайти сразу в десктоп не залезть куда там по дефолту есть у них var lib файл bit а прямо сюда эти конфигурации для первоначального изучения. Так вот, касательно файл бит. Ну, обычные команды sudo systemctl restart файл бит статус статус используем далее стоп и старт плюс к этому еще есть можем остановить файл бит чтобы мы сразу смотрели что творится когда работает сейчас я должен это файл бит назвать файл бит тире и да вот это когда его запускаем и сразу в консоли видим, что происходит. Так, это хотелось бы отметить. Да, еще. Если хотим, чтобы заново все, что у нас есть, все пути, которые у нас указаны, чтобы все было еще раз отправлено в Logstash, для этого можно удалить регистры. Так как файл бит использует регистры, чтобы мониторить, да? Чтобы зафиксировать каждый свой шаг. Так, для этого ну, он супервизор права нужны. Он находится в var lib filebit и тут filebit log meta.json и регистр. Когда удаляем регистры, то у нас когда запускаем заново файлбит, то у нас заново все, что есть, отправляется в Logstash. Ну, давай удалим rmrf, регистры. Ну, это для изучения в продакшене. Не думаю, что каждый раз стоит это сделать. Не надо будет. И далее можно удалить файлбит. Для чего? Для того, чтобы, ну, исходя из того, из своей практики, один раз запустил файл бит, остановил, заново запускаешь, он где-то застрял и говорит, что вот этот файл
варлип файл бит лог, он застрял, он, то есть на него зависит, поэтому удаляем и заново можем запускать вот ту же самую вот этот файл бит команду, и все начинает работать. Сейчас вот он заново все считывает и отправляет в Logstash, так как мы удалили регистры. Далее переходим в Logstash. Тут тоже надо отметить, ну, те же самые команды понадобятся: sudo system status stop start restart. И далее cd etc logstash conf. Да, вот в этом папке, в этой папке надо будет создать файл. Можем выбрать любое название, .conf, и далее устанавливаем здесь конфигурацию Logstash. Три параметра указываем: input, filter и output. Так. Input я принимаю из bit, из файл бита по порту 5044. А можно еще указать из файла, да, или внешних ресурсов. Далее в фильтре трансформируем все, что у нас есть. Тут я, чтобы динамически создавать индекс в Elasticsearch, я сначала беру, создаю индекс name, data плюс путь к файлу, и далее удаляю, то есть заменяю слэш на нижнюю черту, потому что Elasticsearch ругался, что нельзя создавать индекс, начиная с нижней черты. Плюс я lowercase делаю, потому что у меня desktop был с большой буквы, Elasticsearch ругался. Далее, вот это предназначено для Laravel. Надо будет через условия также установить для Redis и Nginx. Пока что я не сделал. Дальше вот этот multiline предназначен для того, чтобы объединить stacktrace в один документ для Elasticsearch. Далее, но это тоже сюда входит. Да. Далее установлю time zone и output. Я вывожу данные в логи. Я это тоже настроил на десктоп, чтобы, ну, легче было найти и зайти, а то каждый раз туда-сюда переходить. И далее Elasticsearch отправляем те же данные и в консоль. Так, про Logstash надо отметить, что вот эта команда нужна будет, чтобы вошли в силу изменения, которые внесли в конфигурацию, потому что с этим пока очень сложно. Иногда приходится перезапустить систему. Никак не получается сейчас на лету конфигурацию изменить, чтобы они сработали. То есть тут заходим в User Share Logstash Bin, это где у меня Logstash в Ubuntu установлен. Далее запускаем вот эту команду. Потом, чтобы в реальном времени просмотреть в консоли, что происходит, вот такой Elias я использую, CD User Share Logstash Bin, и запускаем Logstash с указанием конфигурационного файла, где он находится. И далее это местонахождение, где находится логик, собирается по дефолту из Logstash. Да, вот log level debug устанавливаем, чтобы все пошло в логи, каждый наш шаг. Так, далее сейчас пройдемся тут. А, да, чтобы multiline был, вот этот плагин надо будет установить.
что мультилайн целый стак трес проследит и запихнут в один документ Elasticsearch. И далее, что у нас? Да, Logstash использует свой domain specific language called Logstash. И у него есть много плагинов. Мы используем JSON Grok, но там много-много плагинов, которые полезны. Да, вот. Mutate есть, IP есть и другие. Так. Далее. Это указали. Ну, перейдем сюда. Это у нас Elasticsearch. Но тут, в общем-то, проблем не было. Но обычно команды используем, чтобы запустить. Да. Сейчас зайдем, посмотрим. По-моему, нельзя было войти у меня. ETC, Elasticsearch. И у нас Elasticsearch YAML есть. Да, Nano, Elasticsearch YAML. Вот тут, по-моему, я сконфигурировал кое-что. Да, не трогал. Да, вот на локальке, чтобы все сработало, все обнулил, все disable сделал, все security штучки, я их пока не использовал. И HTTP host установил 4 миля. Ну, пока что не помню, что какие-либо проблемы были. С Kibana, да, с Kibana и Elasticsearch версии должны, везде версии должны быть одинаковыми. Иначе будут проблемы, да. Версия у меня 8.8.2, 8.8.2 тут тоже. Ну, в общем-то, да, все. Переходим в Kibana, порт 5601. Да. И вот cat, нижняя черта cat indices, это вот это табло находится в app devtools, то есть заходим вот в этот гамбургер и devtools, и у нас выходит вот такое окно, я тут заранее поставил для себя, и тут он проверяет все эти, сколько у нас индексов. Мы запустили тут файл bit и по идее должно было бы прийти, да? Но не пришло, да? Новые файлы сегодня 7 числа, а тут все 6 числа. То есть динамически должно было бы создаваться новые индексы. Но вот не создавал. Не создались, сейчас проверим. Так. У нас Logstash работает, но не знаю, в чем проблема. Сейчас Telnet, да, вот с помощью Telnet очень помогает проверить, работает Logstash или нет. Да, вот тут у нас работает. Если с конфигурацией что-то не то, то он сразу же ругается. Говорит, что что-то не так, да? Телнет не отвечает, и уже надо как-то среагировать и дебажить. Сейчас, куда делись эти мои Элиас. Да, вот. Ну, давай запустим. Вот так каждый раз происходит, когда не срабатывает что-то. Приходится дебажить и либо перезапустить всю систему. Останавливаем Logstash. Остановился. Надеюсь.
хотим сюда. Так. Посмотрим. Ну, обычно здесь он fail, да, он говорит, что другой процесс занимает logstash, но в этот раз все пошло. Starting server. Все работает, только вот почему не идут новые логи сегодняшние, я не знаю. Заново перезапускаю, чтобы в XS логи все действия сохранялись и чтобы запрос пошел. Да. Вот, сегодняшнее число, вот, принял. Logstash принял. Сообщение. Тут кибану перепроверяем. И вот у нас есть, да. Вот. Создался новый лог. Так, в кибану. И вот у нас так собираются в Elasticsearch все логи, и далее надо будет через Kibana визуализировать под свои нужды. Ну, пока что я что сделал? Я просто взял и собрал все, что было с 6 числа. Все воедино, чтобы посмотреть, что происходит. Да, вот тут, если 15, да, тут показано 15 минут. То есть все, что было 15 минут назад, все это показывает. Поэтому мы должны регулировать и апдейт. Вот. И вот у нас показывает здесь. Это у нас vertical bar. Разные бары у нас есть. Пай в форме булочки показывает. И слева мы можем выбирать поля, которые хотим посмотреть. И справа он все показывает. Этот лог из Nginx, этот из Laravel. Вот этот из Redis вчерашний. Так, далее можем добавить вот здесь. Куда делся? Давай месседж добавим. Вот. И можно выбирать вот это remove либо move left. То есть сдвиг влево. И далее можем отдельно посмотреть этот лог. Как там было? Вот эта кнопка, что ли? Или вот это. Да, вот это. Открывается, но тут функционалов Kibana много, надо поиграть и посмотреть. Вот message называется вот так. Это в Redis, это так. Это файл к логу. И далее все документы, да. Можно создавать еще одну. Для этого можно нажать вот здесь. А, да. Он не обновляется, пока мы нажимаем refresh. Если нажали, например, новые логи пришли, пока мы refresh не нажимаем, то он тут не показывает. Можем создать вот create data view, чтобы у нас этот 7 числа, вот этот новый лог от Nginx, чтобы его тоже включить. Data views, то есть мы должны каждый раз создать свою визуализацию, да. Создаем, например, 0707 и тут по паттерну. Либо можно выбрать все, да, какой-нибудь, найти паттерн, например,
223-07, да. И далее. Он выбрал все индексы. Либо мы можем выбрать только вот этот. Копировать или ставить. Так, копировать, ставить. И вот он выбрал только одну. Сохраняем. И вот 0707 у нас показывает, что вот этот. Только один запрос. Так, ну давай несколько раз обновим, 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 обновим. И какой-нибудь лог, чтобы там пошли у нас в Nginx. И посмотрим. Refresh. Два. Что тут у нас? И у нас тут вот говорит, что message. Get запрос Mozilla Ubuntu Gecko Mozilla. А далее как посмотреть? А, вот так. Ну вот до конца. Можно все это посмотреть. Только я много раз нажал. Почему я сообщение пришло? А, вот еще это. Ну, походу он как-то там файлбит потихоньку там по своей логике все просматривает, следит, мониторит и потихоньку отправляет сюда. Так, вот как найти, что же произошло. Так, Nginx Access Log, это вот offset файл бита get, просто get запрос говорит и все. То что я там написал много много бла 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 написал. Давай еще раз сделаем. Что вот это поймает, не поймает, или он куда-то в другое место идет, что-то нет. Ну вот, ди-ди-ди, get ди-ди-ди, это просто get, это просто тоже просто get. Обновляем, что-то не приходит. Ну ладно, потом разберемся. Так вот. Пока что я вот этот два только использую, остальное canvas, dashboard, всякое, вот тут security, observability, вот это все я не использовал. Захожу в DevTools и тут нахожу свой индекс, играю с ним, получаю свои данные. Вот сегодняшний. У нас 4 лога, а тут 2 было, да? Посмотрим. Так, все. Пока что 4, 5 еще не пришел. Либо можем вот так через запросы, JSON запросы, которые идут в Elasticsearch прямо оттуда доставать необходимые нам данные. Но для обычного юзера, думаю, он не будет сюда заходить. Поэтому надо как-то все сделать удобно, да? Научусь, покажу. Да, вот. Пришло же. Вот, Discovery, заходим, Discovery, вот четвертый. Вот, get. Да, четвертый пришел. А, вот это тоже пришел. Это тоже. Все, пришли данные. И вот тут показывает. Так, можно еще зайти в dashboard. Create dashboard. Визуализация.
И вот тут можно выбрать этот. Пай выбирал. И отсюда вот таймстемп выбираем и показывать. В таком формате, да? 20%, 0,5, 0,0, 80%, 40-30. Это таймстемп. Если еще добавить ключ, например, куда делся это? Месяц был, что ли? Да, месяц киберт. 50-50. Что это такое за 50-50? Ну вот отсюда можно вот индекс выбрать, выбирает индекс и Exploring Discovery. Сразу переходим. Ого, нашу вот эту страничку. Уже 26 минут. Салам алейкум, еще продолжим.